Кузнецке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» прошли соревнования среди дошкольников. У нас очень спортивные, крепкие ребята, девчата. У нас есть условия для того, чтобы заниматься спортом. Поэтому сегодня для кого-то начнется дорога к олимпийскому золоту взрослым уже. Я в этом убежден. В соревнованиях приняли участие более 10 команд из Кузнецка, Сосновоборска, Неверкина и Нижнего Ломова. Юных спортсменов ждали несколько видов испытаний. Прыжки с места и со скакалкой, бадминтон, метание мяча из-за головы, бег, баскетбол и большая эстафета. Для победителей организаторы детсадской олимпиады подготовили заслуженные награды. Кстати, подобные соревнования в Кузнецке проводятся уже 15-й год подряд.